Командующий группировкой ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что миротворцы смогли обеспечить безопасность граждан и обеспечить бесперебойность работы жизненно важных объектов Казахстана. Военнослужащие плечом к плечу встали на защиту братского казахского народа, не позволив преступным и террористическим группировкам посягнуть на конституционный строй и целостность Казахстана, подчеркнул Сердюков. Сердюков также выразил особую благодарность Минобороны Казахстана.